В этот день, 10 марта 1939 года, начато телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. С той даты начались регулярные трансляции советского телевидения через передатчики Шуховской башни. В дальнейшем передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа. С тех пор развитие телевидения, в том числе регионального, шагнуло далеко вперед. Не отстает и национальная вещательная компания «Саха». Наш канал 1 апреля проведет большой телерадиомарафон «Весна на НВК». Уникальный проект начнется с 7 часов утра на радио «Саха», в час дня на площади Дружбы и ближе к 4 вечера на каналах НВК «Саха» и «Саха-24» в формате онлайн. Каждый желающий сможет принять участие в весеннем проекте. Вас ждут интерактивные игры, конкурсы, гости и много чего интересного. Никто не узнает наш павильон. Не буду раскрывать все карты, но будет очень интересно, весело. В тот день, насколько все знают, это не только день юмора и смеха, это еще и, ну кроме весны, естественно, это еще и день охотника, день птиц. Это день, который люди запоминают навсегда, те, кто родились 1 апреля. Это день, который сочетается браком 1 апреля. Будем говорить об особенностях национального юмора, то есть будет очень весело. И помимо этого, наши зрители имеют возможность и шанс получить от нас подарки весенние. Так что включайте 1 апреля свои радиоприемники и НВК «Саха» и «Саха-24», и целый день до 8 вечера будьте вместе с нами.